Всем привет! С вами какой-то чел, и я рад сообщить, что я наконец-то готов показать вам свои старые игры. Так что давайте начнем с самого-самого начала. А именно с двух, которые у меня были выпущены годиков так, 6 назад. Что как бы вау, это довольно много. Когда я еще помню Нет, не в шестом, в пятом классе был. Так что они не очень качественные, но давайте посмотрим, что там есть. Начнем с первой, из жизни ват. Начинаем... прямо сейчас. Если не правильно помнится, сюжет простой. Есть вот этот паренек мертвый, которому нужно пройти через ад и сходиться там со всеми монстрами. Ну, вы сами представляете. Геймплей шикарный, музыка тоже. Обязательно что-нибудь вставлю на фон. Сейчас то, что я вам показываю, это самое-самое страшное и плохое, а потом все будет гораздо лучше. Вообще, самое интересное насчет этой игры то, что у меня на удивление очень мало с ней всевозможных зарисовок. Тип, единственное, что я вам сейчас показать, это чух. Вот как выглядит черепок в самом начале. Чух, вот кучка артефактов, которые я пытался ставить в игру, но в итоге не получилось. И, наверное, все чух. Немного врагов, которых вы увидите прямо сейчас. Самая лучшая часть игры находится в том, как ты ее ломаешь. Пьюх. 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 Это начинает бесить. О, вот. Смотрите. Злой цветок. Не то, что другие цветы были добрые, но этот умеет двигаться. Что как бы... уверен, цветы так не делают в реальной жизни. Давайте понадеяться, что... о, ну наконец-то! Изменение локации. Если раньше в аду было растение, теперь здесь холодно. И еще более богово. Кайф. Зато новые монстрики, смотрите. Голубой червяк. Почему я существую? Замерзшие черепа, как классно. Ох, самая лучшая комната, кто ее вообще придумала? Не, как бы очевидно, кто, но я все равно имею право немного побом. Беки. Давайте я просто перейду из этого. Хорона за второе место, как у него другое, путем личей. Да. О! Интересная штучка. Призрак. Живой? Ура. Как бы... да. Время философского вопроса, можно ли умереть, находясь в аду. Что как бы, наверное, да, так что не нужно это проверять. Так, время второй попытки.
Теперь новая, более адекватная тактика. Уже новая акация. Впрочем, это хорошее. Если до этого дерево, потом холод, то теперь камни. И вот камни имеется в виду вот это подобие шахт. Нереально. Со стороны программирования это скорее снаряды, чем живые существа. Что же нас здесь ждет? Крысы. Очень много крыс. Ой, божечки, посмотрите на этого парня, который больше не... Можно было я... Окей. О, да вы посмотрите на этого парня, который больше никогда не появится. Такой странный, да? И под самым я имею в виду, конечно, это атака глюк. Типа самые лучшие вещи получаются случайно. Он просто должен был кидать несколько флаконов и как это называется, бутылок, короб и так далее. Просто две штуки за раз. Но в итоге он делает это. И как бы это выглядит так угрожающе, что это было оставлено. Сюда. О, я бы хотел кликнуть джекпот, но давайте я немного покажу саму локацию. Как бы тут такая более электрическая эстетика, что, наверное, видно. И да, как, наверное, из коронной фразы «это глюк», маленькие штучки являются неубиваемыми, пока есть большая фиолетовая штучка, потому что она отправляет им сигналы, которые делают их на несколько секунд неубиваемыми, но в итоге полностью их вылечивает. Так что, да. Зато это выглядит относительно классно. Чтобы своего рода успех. Страшило. Дальше. Не сейчас, красавчик. Кажется, показали всех, кто здесь были довольно такие относительно интересные, а значит, можно наконец возвращаться к финальному боссу. Что как бы вау, целых две фазы. Одно из них, как можно сказать, копия главного героя в плане дизайна. Но зато есть пентаграмма, которая крутится. Эстетика. И если что, на эти книжки неубиваемые. Куртис падает на пол, а из фотограммы начинают сочиться странные штуки.
Знакомьтесь, темная материя, а точнее завоеватель, когда еще было так давно, что я вызываю темной материи. Причем рассказываю о одном чере, которого вы видите, так сказать, последние 5 минут. Ну, в основном потому, что вы видите его не в последние 5 минут, и, наверное, я должен был рассказать до этого, но... Как бы... Наверное, у всех было желание того, то, что, ой, вот она, своя киновселенная, игровая, мультивселенная и прочее, так что... Давайте я хотел познакомить вас с действующими лицами в таком самом-самом первом появлении. Когда еще все было криво, косо, но зато в самом начале. Если что, где-то здесь покажу небольшой концептик. Так что, да. Победа. Да, и если кому интересно, то я оставлю ссылку на немного более обновленную, улучшенную версию игры, в которую уже можно реально поиграть. И, наверное, я это размою, размытие, ну, вы поняли. Давайте перейдем к следующей игре. Под названием что у нас тут на очереди? Максимально веселый минималистичный инди-хоррор. Возможно, даже не хуже, что было на рынке. И теперь у нас есть один черный штучка, которая пытается найти. За громкие звуки, надеюсь, это будет удалено из монтажа. С вашего позволения я уменьшу звук, потому что это меня очень реально бесит, так я? Благодарю, кстати. Новое место, как страшно. Погодим скульптуру чертова. Вы шутите? Это все? Как бы я знал, что я забросил эту штуку, потому что она была ужасной, но чтобы забрать ее так рано, как бы, вау, это же немного удивлен. Реально, это все? Вау. Ну, что сказать? По крайней мере, это было быстро. Ладно, давайте я покажу вам немножечко, что у меня осталось. Зарисовок, концептов, все, что есть связано с этим. О. И, возможно, я добавлю сюда... Хотя нет, это ужасная идея. Эх, в общем, на этом у меня пока что все. Большое спасибо за просмотр, увидимся в следующем выпуске.